Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Motorola Moto G71 перейти в режим recovery. Для начала наш телефон выключаем. И затем после его полного отключения зажимаем комбинацию клавиш, кнопка включения плюс кнопка громкости вниз одновременно несколько секунд. После того, как экран загорается, кнопку включения можем отпустить и продолжаем держать только кнопку громкости вниз. Короче, ничего там не отпускаем, просто держим эту комбинацию клавиш пару секунд, попадаем в такое вот меню. В данном меню, используя кнопки громкости, чтобы перемещаться, и кнопку включения, чтобы сделать выбор, выбираем опцию Recovery Mode. Когда видим робота андроида и под ним сообщение No Comment, зажимаем кнопку включения и нажимаем кнопку громкости вверх один раз и попадаем в режим Recovery. В режиме Recovery, используя кнопки громкости, можем перемещаться и, используя кнопку включения, можем сделать выбор. И здесь у нас имеются такие опции, как Reboot System Now, Reboot to Bootloader, Enter Fast Boot, Apply Update from ADB, Apply Update from SD Card, Wipe Date Effect, Reset, Mount System, View Recovery Logs, Run Graphics Test, Run Local Test и Power Off. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.